Всем привет, с вами снова Атлантис, и сегодня ваше внимание представляется очередная моя распаковочка, очередная моя посылочка, пришедшая в очередной раз интернет-магазина Алиэкспресс. Давайте заценим, что здесь такое большое пришло. Это, наверное, это у нас. Так. Магнитная жидкость, да? Что, видите, магнитный сон, надо же. Я просто думал, что это мне пришла эта оплетка. Наконец-то. Магнитная жидкость пришла. Блин, а у меня магнитная. Ой. Вот такая вот хреботина. У нас 6 сантиметров. Что-то тут. Ля-ля, тополя. Магник. Давайте заценим. Тут есть магнит в комплекте. Прикольно. Есть глаза даже. Ух ты! Хорошо, не одинчик сидит. Интересно. Как этот? Ну, конечно, понимаю, ее нужно вскрыть для идеала. Сейчас просто хочу так посмотреть, она будет как-то двигаться. Нет, не двигается. Не магнитится, да? Хотя вот здесь, вот видите, магнит держится. Ух ты, вообще просто, что примагнитился, смотрите. Бах, примагнитился. Ну ладно, надо это сейчас будет провести экспериментик. Сейчас на этом пока что немного все. То есть, не волнуйтесь, вы это сейчас увидите все. Пока что беру. Ничего не кончается. Видео будет продолжено просто. Вон, эта крышка висит в воздухе, типа. Нет. Это из-за клеенки, мне показалось, она отмагничивается. Короче говоря, сейчас я, скажем так, наверное, подготовлюсь. Ну, я не сейчас займусь этой штукенцией чуть попозже, но для вас будет это в этом же видео. Так что далеко не разбегайтесь, проверим. Это не жидкость, это там типа магнитный пластилин, что-то такого, оно такого полугустого состояния. Так что посмотрим, заценим сие хреновину. Так, стоимость сейчас скажу этой штукенции. Стоила она на данный момент, точнее, она стоит 154 рубля 14 копеек. Тут показано, что нужно из пакетика в эту банку и просто магнитиком так наверх, и она будет так вытягиваться. Сейчас просто мне некогда этим заниматься. Попозже я этим займусь, но вы увидите в этом же видео. Так что продолжение следует. Ну, продолжаем, ребята. Я эту хрень из пакетика в баночку выдавил. Прикольный такой неодим квадратненький. Посмотрим. Вещь имеет, по сути, такой специфический запах. Прикольно. Глядите, как примагнитился сюда. Здесь стоял магнит. Снимаю вот это продолжение не сразу же после того, как распаковал. Прошло какое-то время. Так что, точнее, где-то... смотрите, он как бы примагничивается, но не пачкает его. По-своему, не одним. Хотя вот здесь он, конечно, примагнитился намертво. Хотя с неодним он отваливается. Вот такая вот хреновина, блин. И прикольно так складывается. Бах. Так, что у нас здесь получается? Тянется. Не один, прям тянется.
к этой шняге. Не знаю, как это заснять. Наверное, нужно примагнитить сначала, да? Ух ты, он прям внутрь хочет залезть. Типа как у самого продавца. Вот. Ну, было, не знаю. Такая вот хренотень. Короче говоря, хрень какая-то. Не знаю, посмотрим. А отодрать можно ее как-нибудь? Интересно теперь отсюда. Что-нибудь типа зубочистки. Благо она как бы не пачкает магнит вообще. То есть он, можете заметить, магнит не пачкается. Я думал, что она испачкает магнит или еще что. На самом деле ни хрена. Если только она вот именно зубочистку пачкает, надо еще умудриться отодрать отсюда. Угу. Как теперь это снять? Хотя она и зубочистка, смотрите, без следа слазит практически. Смотрите. Теперь зубочистка двигается, на ней осталась эта жидкость. Прикольно. Телекинез. Остатки снять можно отсюда? Опа. Интересно, если вот типа, не знаю, видно вам или нет, эта штука шевелилась. Вон, видите, она притягивается к стенке. Двигаем по стенке. Ну, короче, такая вот хренотень. Уже, честно сказать, не помню, говорил ли я в первой части. Ой, сколько эта штука стоит. Ну, ссылка будет в описании, как всегда, так что... Кому нужна такая хрень? Смотрите. Не, ну вещь по-своему прикольная. А вот... А, не, ну и сук слазит, кстати. Ну, она и к рукам не липнет. Значит, можно без всяких зубочисток. Ну, наверное, видите, она довольно легко так вот снимается. Только, конечно, магнитится. Обратно. А, ну, отвали. Кстати, запаха уже нету. Я говорю, прошло пару-тройку дней после того, как я распаковал. Так что... Ух ты, вообще пипец. То есть, как вы, чтобы вы понимали, это алюминий. К нему оно не магнитится вообще. И вот здесь, например, это алюминий. Но вот к самой этой жидкости она... Вон, его довольно... Жизненько так оторвать. Можно, конечно. То есть, вот здесь вот вообще, вот тут вообще. В некоторых местах вот здесь нормально как-то. Хотя, она, знаете, если над этим надо прилипнуть, он реально такой жизненький становится. А, она опять. Прикольно. Не, вещь прикольно так поиграться. Ребенку может дать там... Сама она к рукам не пристает, он можете заметить, пожалуйста, берете, и она только отваливается. Можно вот такой, например, руки почистить. Ну, то есть. Пожалуйста. Можно сказать, только отвалилась. Все. Осталось тут вот эти пару шариков содрать. То есть к рукам оно само не липнет, нормально. Чистится легко.
Так что вещь, не сказать, что там какая-нибудь, как пластилин-то, и то он, знаете, оставляет там жировые следы какие-то, еще что-то. Это нифига. И все, и руки сухие. Держите рядышком, то есть не касаясь. Блин, он так притягивается, тяжело удерживать магнит. Довольно сильная сила примагничивания. Видите, я не касаюсь. Эта штука... Опа, а вот это я не коснулся, она сама успела это допрыгнуть. Видите? Опа. Допрыгнула. Не, вещь прикольная, кстати. Так, побаловать какой-нибудь на этом. Фокус показать. Фокус, блин. Так. Опа, вот хотел опять прилипнуть. О! Прикольно. Интересно, сквозь стол пробьет. Не, сквозь стол не пробивает. Стол, если что, где-то столешница, где-то 1.5 сантиметра толщиной. А так вот, пожалуйста. Конечно, нет, вещь прикольная. Поиграться, конечно, можно. Наверное. Ну, я бы не сказал, что это какой-то такой прямо мега. Первоочередная вещь, которая вам может понадобиться. Ну, ради игрульки, скажем так, использовать можно. Поиграться, дать ребенку что-нибудь поиграться с такой волшебной жидкостью. А вот что касательно какого-нибудь, не знаю, полезного это применения, я даже не знаю, для чего это можно, допустим, использовать. Если придумаю, для чего можно эту штуку использовать, как бы в обиходе, я вам расскажу. Ну, на этом все. Вот такая вот штукенция. Когда, кстати, распаковывал его, довольно так сильно пахло. То есть как, не сказать, чтобы там неприятно, но запах был какой-то. Ну, похоже, выветрилось, не знаю. Может, то, что в пакетике было. Вот так вот. Вот такой вот наборчик. Сейчас опять что-нибудь там будет примагнититься. Ладно, ребята, на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам вот это было интересно. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что, всем счастливо, пока и до встречи.